Почему ничего не видно? Всем привет! Вы смотрите видео о главных изменениях оперативников калибра в обновлении 0.22.0. Как уже можно догадаться, что-то произойдет с медиком Яваном. Давайте с него и начнем. Способность лечебная пластина будет переработана. Впервые в игре у способности появятся заряды. Вы сможете прикрепить живительный кусок металла сразу к четырем союзникам, включая себя. Задержка между бросками всего 1,5 секунды. Базовое время восстановления одного заряда 22 секунды. Напоминаю, эффект от нескольких пластин не складывается, но продлевается. Так что можете добавлять новую пластину спустя время, чтобы лечить союзника или себя непрерывно. Кроме того, во имя баланса самому Явану пластины больше не будут восстанавливать выносливость. Но это не все. Многие игроки очень хорошо отзывались о способности медика Кормана. Это, если помните, оперативник, который был в событии «Единый удар». Мы взяли и перенесли механику способности на пластины Явана. Вы просили, мы сделали. После активации способности пластина будет автоматически крепиться к ближайшему союзнику. И больше не нужна стена, чтобы применить способность на себя. Достаточно просто зажать клавишу применения способности. Скоро уйдет эпоха. Или нет? Робот по имени Бадди больше не будет беспорядочно крушить все укрытия на карте. Теперь он это делает только по команде. Наведите прицел на укрытие, нажмите на Q, и только тогда механический пес пойдет его таранить. Также мы немного изменим оба улучшения на 9 уровне. Верхнее ослабим, а нижнее усилим. После реанимации оперативника Бадди будет терять в 2 раза больше прочности и, соответственно, сможет поднять только 2 союзников до поломки. Как и сейчас, вы сможете ремонтировать робота. Соберите его железные останки, и он будет как новенький. А если вы решите пойти по другому пути прокачки, то вас будет ждать не только защита от летящих снарядов, но и более приятный темп восстановления здоровья. Ватсон лишится механики мгновенного попадания пули, чаще всего именуемой как хитскан. Вместо этого он получит максимальную скорость полета пули в игре. Кстати, далеко не он один, но об этом в конце ролика. Зато появится возможность применить лечебную пену на себя одного, не калеча своего союзника. Как применить способность на себя, вы уже знаете. Просто зажмите Q и получите 30 здоровья. И теперь больше не нужно стоять на месте, когда вы закончите лечиться. Чтобы прервать действие способности, нужно нажать на клавишу активации способности еще раз. Все медики полюбят кита. Ну, не то чтобы его раньше кто-то не любил, но теперь штандарт будет отдавать предпочтение при реанимации именно медикам, чтобы те затем могли помочь остальной команде. Но, если флаг уже начал реанимировать бойца другой роли, ползти к нему на медике смысла нет. Менять цель на ходу штандарт не умеет. По своим показателям Слай выглядит значительно сильнее многих других штурмовиков. Поэтому в 0.22.0 оперативницу ждет заслуженное ослабление. Способность перевоплощения в базе будет требовать на 40 очков выносливости больше, 120 вместо 80. Но с помощью улучшений 2.1 и 13.2, которые мы немного усилим, можно довести стоимость активации до 65. Само собой, выбрав эти улучшения, вам придется отказаться от альтернативных на 2 и 13 уровне. Ждать восстановления способности придется дольше, 32 секунды вместо 22. Перейдем к вооружению. Базовый запас гранат станет меньше на 1 штуку. И эффект подавления, который можно получить для гранат, если выбрать улучшение 14.1, станет слабее. Скорострельность дополнительного оружия уменьшится с 4 до 2 выстрелов в секунду. Офелла в представлении не нуждается. Уверены, у вас были ситуации, где оперативница под особой чертой успевала ликвидировать вас и еще пару ваших союзников. Во-первых, хочу напомнить о штурмовике Рейне. А во-вторых, время бессмертия у Офеллы снизится на 25%. С 2 до 1,5 секунд. И во время действия особой черты оперативница больше не сможет перемещаться. У вас появится больше возможностей уйти с линии огня, бессмертная оперативница. Весь ребаланс версии 0.22.0 основан на ваших отзывах. В частности, мы отдельно изучили отзывы игроков высоких рангов. И вот что мы узнали о хитскане. Хитскан грандиозно повышает эффективность некоторых оперативников в умелых руках. Поэтому у части бойцов мы заменим моментальное попадание пули на максимальную скорость полета пули, равную скорости у снайпера Вагабонда. Выстрелы у этих оперативников все еще будут очень быстрыми, но не моментальными. И на этом у меня все. Полный ребаланс читайте в новости на сайте. И до встречи в бою.